Ну что, докладываю. Погода у нас супер. Видите, какая прелесть. Небо просто класс. Я без малого около часа, наверное, в книжном провела. Мне безумно, наверное, было бы неправильно себя ощущать виноватым за такое. Я себе решила отпраздновать, короче, тем, что купила блокноты в разных форматах. Будем делать кое-чего интересное с вами по поводу учебы. Есть одна задумка, которая желательно очень грамотно, чтобы был распределен следующий учебный год. Ой, хоть чуть-чуть вздохнусь, пока я занята. А вот, чтобы был очень грамотно распределен следующий учебный год. В общем, есть одна мысль, каким образом это сделать в правильном эквиваленте. Вот, соответственно, взят блокнот в двух форматах, тетрадь к нему дополнительная. Вот, а четвертого формата взяла чуть меньше, но он якобы считается как А4. И тетрадку обычного третьего формата тоже на кольцах, чтобы туда все это можно было присовокупить. Вот, я двигаюсь домой. У меня есть положенное время немножко отдохнуть. Вот. Ну и да, вечером мы с вами поедем. Будет продолжение банкета. Значит, нам преподаватель сказала очень грамотную вещь по поводу того, что есть, в общем, одна книжка, которая продается, по идее, чисто теоретически лет 20 или сколько там назад она училась. Она продавалась в БГУ. И вот у меня есть задача выехать вечером раньше, чтобы заехать туда и посмотреть, продается. То есть этот человек, который тогда издавался, издается ли он сейчас, есть ли вообще эта книжка по экономике. Я не знаю, сколько она будет стоить. Она сказала, что она очень такая сжатая, коротенькая, но в общем мы с вами посмотрим. Все. До новых встреч.